Друзья, всем привет на канале «С техникой по жизни». Сегодня пришла посылка. Я в этом магазине уже, наверное, лет 5-6 заказываю запчасти. В недавнем ролике я говорил, что беру на Озоне. На Озоне это второстепенный магазин, где я покупаю. Вот, хочу прорекламировать, хоть мне за это не платят, магазин «Скутер Зип». Вот видите, их эмблема, руль скутера с фарой. У них-то, в принципе, запчасти на скутера, на бензопилы, на триммеры, на косилки, да на все, что относится к садовой технике, у них есть. И очень широкий выбор. Партнеры, штили, кускварные, макиты, вообще много всего, много оригинальных запчастей, инструменты для, я себе брал именно у них штилевские ключи, различные щупы, приспособления для ремонта, очень много всего, и практически все можно достать. Я один раз только не нашел у них поршневую на партнер 842. Я потому что не хотел на свою пилу ставить оригинальную, оригинальная дорогая. На партнер Калибри я у них поршневую заказывал. Кускварновская оригинальная пришла. В общем, ну реально найти можно все. Что сегодня взял? Мне там ремонт предстоит 192 штиля. Кольца заказал 170, они такие же оригинальные, по 566 рублей. Взял так, чтобы было комплект, два комплекта для, ну, этих диафраг, прокладок для ремонта карбюратора 290, но это не оригинальный. Так, взял на свой 170-й лист этот охлаждающий глушителя, вот он. Стоит, смотрите, 26 рублей. Оригинальный. Кусок алюминия, но все равно, что 26 рублей, это приятно. На оригинальных, с завода на 170-х не стоят эти листы между цилиндром и глушителем. Я решил поставить на свой новенький, который недавно разбирал. Так, ну, два кольца. Посмотрел тоже они по маркировкам, здесь все есть у них. Что еще? Пружинку взял, не оригинальную, на тормоз цепи. И рычажок один в запас, тоже на штиля. Вдруг пригодится. Иногда их приносят на ремонт, а рычажков этих нет, завести не могут. Еще раз повторюсь, мне за рекламу денег никто не платит. Ну, советую этот магазин, потому что как-то давно что-то искал редко, и только у них нашел. Много чего у них вообще есть. У меня на сегодня все. Всем пока. За столом сидит. Приятного аппетита. Увидимся.